Сегодня Брянск, он преображается. Несколько лет назад мы были на этой площадке, она представлялась на выставке, презентация была этой площадки, но тогда, не скрою от вас, ну, хотелось, чтобы вот было так, как сейчас. Думал, что это затянется, так обычно у нас бывает, но сегодня мы видим, что вот доступное жилье, те задачи, которые поставил президент страны, Владимир Владимирович Путин, наш национальный лидер, это очень важное направление. И очень важно, чтобы люди могли приобретать жилье. Люди, которые действительно могут там взять какой-то кредит, то чтобы это было доступно, именно доступное жилье. Всегда, когда ты приезжаешь в субъекты Российской Федерации, Центрального федерального округа, первое, что, на что обращаешь внимание, строят ли люди. Вот там, где люди строят, частный сектор, там, где строятся вот какие-то там предприятия, школьные, дошкольные, вузовские, значит, учебные заведения строятся, это говорит о том, что жизнь в этом регионе, она не просто налаживается, а в этом регионе есть забота о людях, это очень важно. Это самое большое богатство, вот я это хочу подчеркнуть, не какие-то стратегические объекты, не там какие-то там торговые центры, не какие-то там ухоженные или неухоженные поля, это тоже очень важно, конечно, ухоженные, но самое главное богатство и самое дорогое – это люди. И забота о людях, о населении, вот такое чуткое, бережное отношение – это очень важно. Очень важно, чтобы были социальные объекты. То есть мы дом построили, обязательно там должен быть детский сад, школа, шаговой доступности, ну и все остальное, все, что вот, где кипит жизнь. Конечно, здесь вот это все рядом, в центре.